На территории Российской Федерации проживает около 1,5 миллиона евреев, отметили в ходе встречи. Федерация еврейских общин России организует подобные этнографические экспедиции для духовного единения народа и поддержания культурных традиций. Их участники проводят лекции, встречи и религиозные уроки для всех желающих. Федерация еврейских общин России, под эгидой которых и наша община в городе, которая помогает нам и литературой, и, скажем так, проведением мероприятий по празднованию своих национальных праздников. А миссия вот ребят, которые приехали к нам, это еще раз, скажем так, приобщить евреев к нашей культуре, к нашей традиции. Председатель Армавирской городской думы обсудил с миссионерами вопрос передачи культурных традиций подрастающим поколениям и отметил важность межнационального сотрудничества в современном мире. Особенно это касается таких многонациональных городов, как Армавир. Гости поблагодарили представителей администрации города за помощь, которую оказывает власть местным общественным объединениям, и оставили на память еврейский молитвенник с символикой экспедиции «Сидур». Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».